действительно русских, это небольшие работы. Он в этом выражался. А в результате мы выбрали самую, так сказать, его монументальную работу. Потому что в ней выразилось то, что было вот в небольших работах. О картине «Село Мултан» рассказывает хранитель живописи музея. Полотно Анатолия Русских – одно из трех десятков шедевров удмуртских художников на выставке реализма. Выбор, говорит, был непростым. За 40 лет в архивах музея ИЗО накопилось больше 14 тысяч предметов искусства. Когда музей открылся, был 91 предмет. Сейчас более 14 тысяч. И более 50%, более 60 даже процентов – это работы удмуртских художников. На выставке республиканских художников-реалистов не только картины, есть и скульптуры, и графика. Собирали эту экспозицию по особому принципу. То, когда посетитель пойдет по выставке, он окунется в такой некий справочник, да, удмуртских художников. То есть мы не стали выделять по старшинству, там, по значимости, да, а именно по алфавиту. Да? То есть у нас начинается с буквы «А» и заканчивается буквой «Я». Экспозиция художников-реалистов – это третий этап масштабного проекта «Коллекция профессиональное искусство Удмуртии 1920-2020». Он посвящен юбилею государственности республики. Первая часть – это коллекция «Первые художники». Это 20-50-е годы. Открылась день рождения музея. Вторая часть – этнофутуризм. Открылась в ночь искусств и в день столетия государственности Удмуртской республики. Третья часть открывается сегодня. Это коллекция классики. Четвертая часть, посвященная ижевскому авангарду и современному ижевскому искусству. Четвертую часть своего масштабного проекта сотрудники музея представят совсем скоро, в декабре. Александр Демидов, Юрий Зелененький. Новости.